Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили роль Турции в достижении соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ. В заявлении отмечается, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдалла бен Заид Аль-Нахаян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил свое мнение по этому поводу. Эти договоренности являются значимым шагом, отражающим важность укрепления международного сотрудничества в преодолении глобальных вызовов и поиске эффективных решений для предотвращения глобального продовольственного кризиса.